так, подожди, скажи мне, пожалуйста, вы как воюете? То есть сначала идут зэки, а потом вы? Да как, когда зэков нет, сразу мы. Вот Я батя, я штурмовик. Мы первые штурмуем. Что, сколько дней у вас, получается, учения были? Почему так все быстро, хупа и на войну? Ну, потому что людей не хватает. Мы пока взяли две лесополки, 600 там легло. У вас там много народу? Ну, блин, с кем мы были, постоянно держались. Осталось только трое. Ты мне, скажи, мне подписал на 2 года контракт. 2 года. Ну, скоро еще прибавится год. Итого будет 3. Тут вообще командиров не хватает, офицеров нету. А где они все? Ну, кончились. Они же не вечные. Их убило, что ли? Ну, конечно. А вы пленных берете? Нет, конечно, нужно. В смысле, вы всех убиваете? Конечно. Офигеть. Это пленные, лишний груз. А что там с мирными жителями? Да они уехали почти все. На те, кто не уехал, как они там живут. Они же вас теперь ненавидят, да? Ну вот один был тут, дед. Он фонарики вешал на дома. А где личный состав? Ну, по это, чтобы хохлы отследили. И что, в итоге где этот дед? Да все, про него узнали, застрелили в подвале и гранатами закидали. А потом еще и сожгли.